происшествиям. Закрытые переломы, ушибы, госпитализация и месяцы восстановления. Таковы последствия аварии с участием пешеходов, которые переходили улицу КамАЗ-Мастер, как положено, по зебре. ДТП произошло накануне утром в 8:30 напротив дома 1701. Было уже светло, однако водитель дорогой иномарки не смог остановить машину и отправил в БСМП двух взрослых челнинцев. Водитель автомашины «Мерседес» 68-го года рождения не учел сложные дорожные метеорологические условия, в результате чего совершил наезд на двух пешеходов. Данные пешеходы получили травмы различной степени тяжести. «Мерседес» оказался попросту не готов к зимним дорогам. Его владелец не поменял резину, отмечают сотрудники ГИБДД. А ведь даже напичканная электроникой иномарка не способна достаточно быстро остановиться на скользком покрытии. Результат – ДТП с пострадавшими и сбитый дорожный знак.